готовим хачапури по-аджарски. Нам потребуется мука, молоко, вода, соль, сахар, дрожжи и сыр. 300 грамм муки добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара, чайная ложка дрожжей. Заливаем молоком с водой. Замешиваем тесто, смазываем маслом и убираем на расстойку в теплое место на полчаса. Затем тесто обминаем и снова отправляем на полчаса на расстойку. Натираем сыр, сулугуни, моцареллу и так далее. Заливаем немного сливками и размешиваем. Тесто делим на две части. Тесто растягиваем руками. Можно сделать сырный бортик. Выкладываем сыр на край теста и заворачиваем, как показано на видео, формируя лодочку. Затем лодочку наполняем сыром. Чем больше, тем вкуснее. То же самое проделаем со второй половинкой теста. Смазываем яичками и отправляем в духовку. За пару минут вливаем желток. И вот такие хачапури у нас получаются. Приятного аппетита!